Так, а тут у нас поле, это падалица, зимового ячменя. Вот мы видим ее не так уж много. И кроме нее, тут практически нету другой культуры, она была посеяна. Вот видите, рапс, репак, рапс. Вот. Здесь. И вот у нас так идет. Там гуще, тут реже рапс. Он перезимовал кое-где. Тут почва такая, видите, она высыхает все как-то. Рыхлая мы. Ну ничего, мы ее облагородим. Все будет нормально. Короче, суть дела в чем. Будем оставлять рапс и ячмень. Вырастим обе культуры. Ячменя не так много падалицы. Она у нас раскустившаяся. Давайте посмотрим. Так, вот смотрите, ячмень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, где-то 12 побегов. Мы видим, что у нас новые побеги. Вот есть, пошло оно. Ну вот, вегетация идет полным ходом. Они чистые. Сейчас пойдут температуры, мы сработаем фунгицидом. Подумаем, каким гербицидом здесь работать правильно. А может и не будем гербицидом работать. Оставим. А фунгицид, сработаем фунгицидом по ячменю и по рапсу. Я думаю, тут не проблема подобрать гербицид. Видите, мы работали от грызунов. Но они тут площадочку успели почистить от рапса. И вот у нас опять снова рапс. Давайте посмотрим его на этой почве, как он растет. Он у нас был посеян прямым посевом после уборки ячменя. Тут, конечно, мы... Ну вот корень себе развивается. У рапса тут тоже есть право на будущее. Учитывая, что у нас мало осадков, что-то сейчас перекультивировать, передисковать и пересеивать какую-то страховую культуру. Мы оставим рапс с ячменем, вот вы видите, да? Там, где вот пустовато, у нас будет рапс. Где густовато, будет ячмень. И так по всему полю. То есть вполне можно ставить раскущенный ячмень. Где-то есть рапс. Где-то его нет. Вот есть такое, попадается. Ничего страшного, он даст боковые ветвления. Вот такое есть. Мелочь. Вот такое. Давай так. У нас все поле. 18 гектар. Мы в этом году уже навытаскивали влагу с обработкой целины, приведение ее и запуск. Ну, тут у нас злаковый сорняк многолетний, по-моему, гелопс. Он здесь так и останется, смысл с ним бороться. А двудольные, вот они есть. Рапс под евролайтинг. К
Короче, я думаю, что тут, возможно, и не будем работать от сорняков. Рапс и ячмень быстро стартанут, пойдет тепло, и они заглушат в какой-то мере. Все, вот такое будет экспериментальное поле. Уже почему здесь оставляю его? Потому что тут, где у нас яровой ячмень, мы уберем яровой ячмень, уберем здесь озимый ячмень с рапсом и будем заняты тем, что будем готовить поле для посева такой культуры, как люцерна. У нас тут пятна солончков. Вот видите, солончак пошел. Ничего не растет. Так будем потихоньку раструктуривать эту почву. Ну, смотрите. Ячмень какой. Представляете себе? Его подлечить. Какой потенциал у него. Так что оставляем падалицу ячменя в посевах, изреженных посевах зимового рапса. И вот наш рапс. Репачок. Все, потом вот эту площадь. Тут 18 гектар. И тут 20. Мы их объединим. И будет здесь люцерна. Все, до встречи.